приехали на дикий пляж Тартуга, но судя по количеству машин, нифига он не дикий. Сейчас посмотрим, как там обстоят дела. Ну, по крайней мере, должно быть меньше народу, чем на центральных пляжах. Оливка тут топает. Да, есть, конечно, народ, но значительно меньше. Сейчас подойду ближе к морю и посмотрим, не цветет ли оно. Пляжа-то нет уже. Да, вот я об этом же и говорю. Но в любом случае, повторюсь, что народу намного меньше. Радует нас песочек. Оливия любит ходить с распущенными волосами. Раскладываемся. Оказался суперский пляж, очень мало народу, мы от души набесились, напрыгались, набегались, с дочкой ходили вдоль пляжа, находили медуз мёртвых, ну и слава богу, потому что не дай бог кого-то могла она ужалить. Водичка, конечно, немножко цветет, зеленоватая. Есть водоросли, но чуть дальше, если пройти, вода прозрачная, бирюзовая. В общем-то, отличный пляж Тартуга. Нам все понравилось. Спокойно, людей немного. Думаю, что еще мы сюда обязательно вернемся.